Корнершот — это крутая штука. Его можно насадить на пистолет, и можно вращать его в любую сторону, так что можно видеть цель на видеоэкране из-за угла или из-за укрытия. Это очень удобно. Его можно использовать в городских условиях вместе с подходящим по случаю оружием, а можно использовать как средство наблюдения, чтобы не лезть, сломя голову, под пули. Оружие высовывается из-за угла, а стрелок находится в безопасности с другой стороны стены. Идея родилась в Израиле, где десятилетия боев в городских условиях выдвинули на первый план известную опасность. Израильтяне поняли, что множество их персонала погибло в уличных боях. Само собой, что они захотели создать что-то, что позволило бы держать пистолет перед собой и направлять его на цель, оставаясь при этом в безопасности. Амос Голан, бывший командир элитного американского отряда по борьбе с терроризмом, решил задачу, создав Корнершот. Я терял друзей, терял командиров и стал думать о том, как бы создать что-то получше. Надо как-то задействовать то, что есть на поле боя, использовать стены, углы, машины. Наличие возможности безопасно выглянуть из-за угла означало, что боец не совершит смертельную ошибку. Мы сражаемся в городе и должны быть уверены в том, что поразим намеченную цель. Вокруг нас много невинных людей, гражданских, и нам не хочется причинять им зло. Камера установлена так, чтобы было обеспечено необходимое поле зрения. Камеру можно менять, можно поставить термальную камеру, можно камеру дальнего или ближнего радиуса действия, объектив рыбий глаз. Вставляешь, замыкаешь, и вот, готово. Такой сплав видеотехнологий и огневой мощи может принести выгоду всем членам команды, обеспечивая тактическую единицу на поле боя важной информацией. На новейших системах установлены лазерные указатели, тепловидение, беспроводные телесистемы, которые позволяют передавать картинку всем членам группы. В условиях боя в городе вы можете использовать эту систему для наблюдения из-за угла. Передадите картинку всем заинтересованным службам, по возможности не подставляя себя вражескому огню, что позволит найти различные подходы и методы уничтожения цели. Мы видим, что идея уже опробована, и корнершот может устанавливаться на различные системы оружия. Чаще всего это стандартные пистолеты, что позволяет вести огонь из-за угла из пистолетов 9 или 11 калибра. Выбор боеприпасов ограничен. Мы используем те же патроны, что для М16. Вот укороченный вариант М16. Который мы используем. Есть третья версия, которая устанавливается на 40-миллиметровые гранатометы. Есть также версия для АК-47, которая стреляет тяжелыми пулями калибра 7,69 мм. А с помощью выдвижной системы «Скорпион» солдат может наблюдать из-за 3-метровой стены. Замечательная система оружия ближнего боя. Сотрудники правоохранительных служб США закупили большое количество этих систем. Семейство корнершотов обеспечило уникальную и специальную возможность решать многие задачи ближнего боя, но цена и вес не позволили системе войти в тройку финалистов. Я люблю оружие и технику, а корнершот вписывается и в то, и в другое. Это сплав высоких технологий и технологий оружия.